Всем привет, вы на канале Никита Твой Геймс. Буквально вчера мы играли с вами в Hill Climb вторую часть. И сегодня я узнал, что есть обновление в Hill Climb первой части. Там вроде как появилась новая локация Suburbs. Это, по-моему, окрестности должны быть или пригород. Ну что, давайте мы сейчас найдем этот новый этап, новая карта. Как вы знаете, это у меня хакнутый аккаунт, поэтому многие локации до сих пор закрыты. Идем в самый конец. Да, вот они, пригороды. Есть новенькая локация. Что, покупаем? Разблокируем, вернее, разблокируем мы новый этап, окей. И давайте сейчас покатаемся. На какой тачке? У меня там тачка стоит. А, почему-то у меня эта машинка. Или здесь только одна машина должна быть? Подождите. Давайте выйдем. Так. Я могу тачки выбирать? Или не могу? Аппаратик. Так, я хочу какую-нибудь... Давайте нашу базовую сначала тачку здесь испытаем. Нет, смотрите. Собери банки с газировкой, берегись чаек. Короче, на этом этапе можно ехать только на одной тачке. Прикольно, ладно. Значит, играем по правилам. Надо было мне прикупить ускорители. Так, собери банки. Остерегайся чаек. Пишите, ребята, в комментах, кто не забросил Hill Climb первую часть. Как видите, разработчики иногда что-то да подкидывают. Так, чаечки. О, и что? А чё, она нападает на меня? Чайка нападает. А зачем банки нам собирать? Так, я могу свалиться сюда? Могу. И чё? И я застрял? Ладно. Так, перезапуск. Подождите, давайте нажмем выход. Неужели мы не можем тачку выбирать? Так, аппараты. Что у нас за машинка? Это синяя, она у нас прокачана или как? Почему именно она дается? Так, низкая подвеска. У меня эта тачка есть, но получается она же у меня не прокачана. Странно. Непонятно, мы играем на прокачанной или там тачка для всех одинаковая? Пригороды. Так, ну ладно, давайте низкую подвеску пока. Собери банки с газировкой, берегись чаек. Ладно, поехали. Мы можем прыгать на этой тачке. Типа специально, чтобы перепрыгивать эти ямки. А я хочу спуститься вниз. Давайте спустимся, ребят. Опа, тормозим. Кто там внизу? Так, опа, мы в какую-то канализацию заехали. А, и все. Так, можно собрать одну из 24 банок. Ну, это интересный челлендж. Конечно, сомневаюсь, что мы сможем собрать. Так, чаечка пошла, чаечка, я сматываюсь. Ё-моё! Так, перезапуск. Водитель сбит, расстояние, самоцвет, ты. Мы не собрали никакие чайки. Надо купить вот эти вот мне штучки. Давайте ускорители. Так, у меня... А, у меня нету самоцветов, у меня минус в этом аккаунте. Почему-то у меня минус 2 миллиона самоцветов. Странно. Ну ладно. Играем пока, едем пока на этой тачке. Так, ладно, вниз не спускаемся, просто максимально пытаемся проехать как можно дальше. Оу, хотел не спуститься. Ладно. Одну баночку. Одну баночку собрали, первые холмы. Но мне ради того, чтобы обновить игру, пришлось переустановить ее. Поэтому у меня здесь нету тех тачек, которые были раньше открыты. Воу, это что там, остановка была? Я думал, это так. Задний фон, оказывается, еще там мы можем разбить бошку об эту крышу. Какая-то остановка, ладно. Сложная, скажу вам, сложная локация. И жалко, что нельзя менять тачку. Я уже думал, на танке каком буду гонять здесь. Так, лады. Непонятно, почему у меня минус 2 миллиона самоцветов. Ладно, здесь надо что, аккуратненько? А не, в принципе, здесь легко. Поднимаемся. Сейчас тут будет опасный моментик, да? Ой, остановочка, остановка. Ух ты, на крышу запрыгнул чайка, иди отсюда. Она может мне бошку сломать или нет? Понятно. Пока ничего не понятно, но я уже побил свой рекорд маленький. Так, спускаемся в самый низ по традиции. Такс. Давайте разгонимся, канализация. Это типа как в Карыцкар. Надо запрыгивать, что ли?
Ну, сложно уже. Ё-моё. Так, какие-то глюки. Рекордный прыжок 14 сантиметров. А. Опа, я так могу прыгнуть. О, заехал. Заехал, заехал. Давай, выбирайся отсюда. Есть, мы спасены. Хорошо. Кстати, я, ребята, заметил, у меня здесь какие-то странные баги с топливом. Оно у меня увеличивается. Вот это, наверное, классно. Так, стоим. Стоим. Поехали. Давай, тачечка, ты сможешь. Ок, мы 3 банки собрали. Маловато. Как нам еще остальные все подхватить, я не знаю. Ну, тачка мощная. Вытягивает, значит, она уже прокачана. Дается, независимо от того, в аккаунте мы прокачали, не прокачали. Не хочу я туда сваливаться уже. Хочу уехать вперед. Остановки опасные. Да, надо спускаться, ребята, надо спускаться. Все-таки там банки, внизу. Тут вряд ли мы что-то найдем. Тут только чайки летают. Так, окей. Спускаемся прямо вниз и прямо шлемом. Да, здесь надо потихонечку, по чуть-чуть, не газовать. Обидно. Очень обидно. Так, ладно, ради интереса давайте прокачаем подвеску. Сейчас я быстро таким вот образом буду ее... Так. Стоп, входим. Тренингуем. Это высота подвески спереди. Не знаю, даст она что-то, не даст. Вроде бы как тачка прокачана, но и все равно я решил попробовать. Давайте вторую. Это что, высота подвески сзади? Высокая подвеска помогает вам больше на неровной поверхности и придает большего момента к прыжкам. Сейчас посмотрим, изменится что-нибудь или не изменится. Поехали. Так. Да нет, тачка у нас, я думаю, была прокачана. Изначально. На этой локации у всех одинаковая машинка. Так, я не хочу уже вниз спускаться, будем стараться держаться как можно выше. Но я пока не понял, как пользоваться. В какой момент надо прожимать эту подвеску. Он с таким запозданием. Так, запрыгиваем, запрыгиваем на остановочку. Окей. Все, летим дальше. Но мне нравится, что у меня топливо не уменьшается, а растет. Это классно, не надо париться. Или это только на этой локации? Куда я свалился? Так, тачка мощная. Да, слишком не разгоняться. Вот так, смотрите, как опасно мы проходим. Пишите в комментах, какие у вас здесь рекорды и вообще, кто собрал 24 банки. Что там дальше появляется после этого? Так, я пока по тем же местам еду. Площадным. Тихонечко, тихонько. Тачка крутая. Сколько у нас там было банок? Пару банок собрали. Чайки. Что чайки делают? Тоже не совсем понятно. Так, ладно, спускаемся, да, в самый... Да ё-моё! Да вы что, прикалываетесь? Я же нажал... А, я нажал возобновить. Капец. В том же самом, наверное, в том же самом месте. Так, ну давай сейчас. Последний заходик. Одна банка готова. Я думаю, там дальше будет... Похлеще подземки. Наверное, на 20-й какой-нибудь банке там будут такие препятствия опасненькие. О, как у меня колесо вытянулось. Так. Хорош, еще одна плюс... Плюс одна баночка. В какой момент мы должны прыгать? То есть мы стоим и такие типа... Опа. Опа. Или надо долго держать и потом... Памс. Понятно тогда. Непонятен мне смысл. Так, ну мы что, спускаемся, да? В каждом спуске, да, в каждом таком спуске у нас лежит баночка. Третья и минус моя башка. Ладно, контрольный, тогда у нас контрольный перезапуск. Хотя бы крыша была, хотя бы что была какая-нибудь одна жизнь. Как в Hill Climb второй части, вы знаете, да, там можно на некоторые тачки с
ставить такие типа защитки. Хотя зачем я сюда спускался? И сверху банку собрать. Ладно. Так, тут я не буду спускаться. Хочу на остановку опять залететь. А там была баночка, ладно. Пропустили. Хочу рекорд поставить. Я думаю, все равно я 24 банки не соберу. Надо долго, потихонечку ехать, а я, как всегда, спешу. Так. Опа. Опа, хорош, хорош, хорош. Давай, вытягивай. Вытягивай. Нет. По-моему, сюда уже падали. Тихо. Банка есть. Спокойно. Поехали дальше. Побьем рекорд, нет? Так, ладно, спускаемся, да? Вариантов у нас немного. Еще одна баночка. Какая? Пока только третья. О, еще и на брюхо сел. О нет, куда это меня занесло? Ё-моё, какие-то гейзеры подземки. Ну что, ребята, я думаю, на этом можно закончить. Пишите в комментариях, как вам обновление, как вам пригороды, сколько вы собрали банок. На этом все. Пока-пока.